Привет, друзья! Вернулся из рейса, есть чуть-чуть времени, поэтому прокатимся по родному райончику сегодня. Видео будет без темы. Просто так проедемся по русскоязычному району Баслтон-авеню. Это район аналогичный, как в Бруклине, Брайтон-Бич, также в Филадельфии, район Баслтон-авеню, Норт-Ист-Филли. Поехали! Когда я не работал дальнобойщиком, работал на различных других работах, я постоянно вечером приходил домой. Поэтому мне всегда хотелось из родного района, где я живу уже 6 лет, просто куда-то поехать, лишь бы увидеть что-то новое. Сейчас, когда я приезжаю домой раз в неделю и ненадолго, очень хочется просто свободно выехать, прокатиться здесь, посмотреть. У нас тут не хуже Диснейленда, персонажей хватает тут. Когда это было раньше каждый день, тогда это надоедало. Хотелось сесть куда-то и уехать подальше. Сейчас, когда постоянно уезжаешь куда-то подальше, хочется приехать и побыть здесь, потусить на райончике. Если переезжать и жить в этом районе, то английский язык знать не обязательно. Ну... Баслтон-авеню, Саммертон-плаза слева, Грин-фарм, овощной, битком обычно, наш русский овощной магазин, ресторанчики тут вокруг. Ресторан Пассаж слева был, Саммертон-плаза, лучший русскоязычный ресторан Филадельфии. Джордж Вашингтон Хай-скул, школа, в которую нельзя отдавать детей ни в коем случае, полный трэш, вот они сейчас выходят. Надо ехать медленно, потому что дети абсолютно невоспитанные. Их на автобусах забирают, развозят, но все равно остальные прутся вот так через дорогу прямо. Петровский маркет. Очередной оплот русской культуры. Филадельфия. Видите, тут как ездят люди, в три ряда машины стоят. Вот он, Петровский маркет, видим? О, видите, как справа меня обогнали, круто. Стиль одежды, посмотрите. Это стильно, ребята, это круто. Вот халаты, хотите прикупить? Место очень опасное, пенсионеры ездят, как попало тут. Yeah.